Министр лесного хозяйства Мордовии Адель Галиулин сообщил, что ведомство покупает 8 беспилотников, чтобы следить за возгораниями в лесах и ликвидировать его на малых площадях. Сейчас за порядком в мордовских лесах следят 3 коптера. Напомним, с понедельника региональный Минлесхоз объявил начало пожарного сезона в лесах. На территориях лесного фонда уже работают патрули от районных лесничеств. Кроме того, запустили систему видеомониторинга лесных пожаров. 27 камер в режиме реального времени следят за ситуацией. Самые серьезные опасения специалистов вызывают весенние палы сухой травы. Чтобы избежать этого, уже начали обновлять минерализованные полосы вдоль земель лесного фонда. Наготове пожарная техника и люди.